Капремонт под контролем. В пятницу руководитель департамента ЖКХ Ирина Костромская проинспектировала ход капитального ремонта домов на улице Калинина. К выездной проверке привлекли всех ответственных лиц. Здесь подрядчики, представители управляющей компании, специалисты регоператора. Этот кирпичный дом под номером 48 был построен в 1964 году. В 2017 здесь начали работы по капитальному ремонту крыши. Сейчас очень активно ведется работа по домам, где идет ремонт кровли, по предварительной оценке, например, состояния квартир верхних этажей. Мы с этой проблемой сталкивались неоднократно в ходе предыдущих ремонтов. И теперь этот вопрос, по сути, снят. То есть управляющая организация совместно с подрядчиком до начала ремонта выявляет факты ранее случившихся протечек, например, и фиксирует их. Такая система уже принесла положительные плоды. Любые разногласия теперь решаются мирно, никаких судебных разбирательств. В случае неожиданной протечки в ходе ремонта ущерб жителям возместят. Однако вероятность ЧП ничтожно мала, кровлю меняют поэтапно. Работы ведутся пошагово, то есть вскрывается тот сегмент, который будет закрыт в конкретную рабочую смену, закрывается и... что обеспечивает, возможность не промочить жителей верхних этажей. В ходе инспекции специалисты уточняют, соответствуют ли цены работ заявленным и все ли меры по безопасности соблюдены. Отдельный вопрос – срок окончания работ. Степень готовности кровли 48-го дома по улице Калинина – 50%. По срокам осталось еще 2 месяца. То есть, грубо 2 месяца, там, до 29 сентября. Поэтому в сроки укладываемся. Примерно через 3 недели работы должны закончить. Примерно. Если погода позволит, каждый день дожди не будут нам мешать. Хотя и в дождливую погоду стараемся выбирать время и работать. В настоящее время в 188 многоквартирных домах ведут работы по капитальному ремонту, срок окончания которых – осень этого года. Чтобы охватить все объекты проверки, решено проводить 2 раза в месяц. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.